в этом году нам дополнительно выделяют еще 500 000 рублей. Вот эти 500 000 рублей мы потратим на выездные мероприятия, на проведение городских мероприятий, то есть в том числе спортивно-массовых мероприятий. То есть этой суммы нам как раз должно хватить до конца года именно на наши мероприятия, которые вот, катастрофически денег не хватало, потому что 450 тысяч на мероприятия, которые нам выделили на 10 видов спорта, они закончились у нас где-то уже вот в начале июня. Вот, последняя поездка должна была состояться. Но здесь какая-то вот подмога все равно. Я думаю, нам этой суммы будет достаточно для того, чтобы закончить спортивный сезон.